ты это совершил. Вот. И сказали, чтобы моя супруга забрала заявление, которое было написано в органы финансовой полиции впоследствии адресовано в службу собственной безопасности ГВД Карагандинской области. На что я ответил отказом. О чем заявление? А? О чем заявление было? Заявление? Заявление было о том, что следователь вымогал у моей семьи деньги за положительный результат расследования уголовного дела. Значит, часть денег мы ему перекинули на банковский счет, своих обязательств он не выполнил, после чего мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Значит, вышеуказанные два человека стали угрожать, чтобы я признался в деяниях, которых я не совершал, чтобы супруга забрала свое заявление. В противном случае у меня возникнут проблемы. После чего я отказался, и они начали наносить удары по голове, по груди. Ну, это я уже потом сознание потерял. Вот. После того, как я уже в сознание пришел, мне сокамерники подали полотенце смоченное, оно до сих пор в крови. А где это полотенце находится? Возле моей кровати шконки. Вот. Дали мне 24 часа, чтобы я положительно как-то либо признал свою вину, либо супруге дал указание, чтобы она забрала свое заявление. Вот. Я отказался, и сказали, тогда не обещу, это тюрьма. Вот. Значит, после чего в течение всего вечера были невыносимые боли, по почкам в туалет не мог ходить. Вот. На утро я конвой, который меня принес, не уведомлял о том, что были нанесены телесные повреждения по мне. Почему? Потому что если бы я этот факт сказал бы, меня просто-напросто не выпустили бы со следственного изолятора с теми повреждениями, которые сейчас есть. Поэтому я, укрывая это от конвоя, пытался вот выйти, свет выйти в службу и вот сказать, что на сегодняшний день я опасаюсь за себя и за свою семью. Вот такая ситуация. Скажите, они вам что-то, вот вы говорите, что если вы не в течение суток не примете решение, что это для вас получит? Разберутся со мной. Каким образом? Много способов разобраться в этих всех. Но они говорили, как разберутся, что они вам делают в этой ситуации? Угрожали, расправу. А относительно ваших родных? Тоже были соответствующие угрозы в отношении моей супруги, если она не заберет соответствующее заявление.